Владимир Владимирович Путин! Мне очень приятно. 4 года назад, вот сейчас только об этом было сказано, вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом, в дом нашей общей родины, в дом нашей матушки России. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю. Спасибо. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.